Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов поздравил сотрудников окружных отделений Почты России с профессиональным праздником. Встреча прошла в современном офисе службы, расположенном в доме номер 43 по Можайскому шоссе. Благодарственными письмами глава отметил 10 сотрудников службы из Одинцова, Немчиновки и Голицына. Сегодня в округе ведется активная работа по модернизации сети отделений почтовой связи, внедрению новых услуг и сервисов. В прошлом году было отремонтировано 9 отделений, в этом планируется привести в порядок еще 7.